я счастлив, что нахожусь в этой команде. Можно поделить на два периода в мою здесь карьеру. Это как бы у меня была травма, которая выбила меня на определенный срок. Но я считаю, что эта травма меня только закалила, только я стал сильней. Поэтому, как бы, слава богу, сейчас все хорошо, и я счастлив находиться тут. Да, конечно, я очень хотел играть, и эта травма как бы выбила меня на определенный срок. Но так получилось, значит, как бы так и должно быть. Я в Минске был буквально, если не ошибаюсь, 2 месяца, то есть я маленький промежуток времени был. И очень тяжело, я там сыграл, по-моему, 5 игр, если не ошибаюсь. И тяжело судить по 5 играм, плюс 2 месяца чемпионата. Я сыграл там не со всеми командами, малой половиной, поэтому трудно судить. Сейчас я могу более объективно дать оценку чемпионата, а сравнивать тогда и сейчас мне очень трудно. Семью я перевез во время коронавируса этого, во время карантина. Получается так, что сначала семья не могла приехать в связи с тем, что родился ребенок там на Украине, нужно было разрешение на ребенка. Это все затянуло время определенное, поэтому как только мы сделали все документы, только и сразу жена с малышкой переехали. А на матчи сейчас нет, не ходят, потому что маленький ребенок, дочка маленькая, и поэтому ей немножко еще рано ходить. Проводим свободное время, очень много красивых, интересных мест. Вот здесь парки рядом, здесь Брестская крепость, ходили очень красиво. Сам город очень уютный, очень нравится нам город. Все здесь хорошо, тепло, как бы супер. Я в этой схеме играл, еще в Карпатах мы играли год назад мы играли по этой схеме около полугода, поэтому я как бы понятие имел, куда бежать, как говорится, куда открываться. Здесь Сергеич подкорректировал некоторые нюансы, как должен действовать на той или иной позиции, поэтому сейчас более досконально знаю требования. Я считаю, что все-таки сыграться тоже это важно. Мы уже первые полгода, скажем так, первые 3-4 месяца притирались друг к дружке, а потом как бы команда уже более-менее какие-то связями обросла, уже легче начали понимать друг друга. И результат дал, как говорится, воплотили все в результат. Всегда хочется стремиться, надо к игре всегда говорить. А когда вот это футболист загадывает, да вот мы должны, надо выходить и выигрывать. Так как оно будет, будем стараться выигрывать, побеждать, и стараться как можно выше цепляться, находиться в верхней части туда таблицы. Как оно будет, дай Боже, будет все хорошо.